Сейчас я вам покажу упражнение для шеи. У многих девушек и женщин с возрастом начинает появляться второй подбородок, обвисшая шея, складки на шее, и это очень некрасиво, неэстетично смотрится. И упражнение, которое я вам покажу, оно как раз рассчитано на то, чтобы уменьшить вот эти вот наросты на шее, на подбородке, и уменьшить складки. Мы будем делать с положения лежа. Ложимся на спину, ноги сгибаем, руки держим в стороне, и вы будете делать 8, поднимаем только голову, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и пружиним, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и держим, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вы сразу же почувствуете, как у вас стала напрягаться шея, подбородок. Это очень эффективное упражнение. Теперь мы голову положим направо и будем делать то же самое. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и пружиним, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и держим, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Если вы правильно делали это упражнение, то вы сразу же почувствуете, как напрягается вот эта часть, подбородок, шея. И сделаем то же самое в другую сторону. Повернем голову. Будем делать 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И держим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отдыхаем. И сейчас вы поднимете голову и будете крутить головой вправо и влево на весу. Право, лево, право, лево, право, лево. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Положили. Это я вам показала упражнение для шеи. Я предлагаю этот комплекс сделать, вот все, что я сделала, по 3 захода. То есть сделали 1 заход, отдохнули минутку, попили воду. 2-й заход, отдохнули, попили воду. И 3-й заход, отдохнули, попили воду.